Привет. Хотите узнать, как сделать прищепку, стреляющую спичками? Прищепка. Обычная. Разберем на запчасти. У нас есть приклад и хорошая боевая пружина. Собираем следующим образом. Монтируем боевую пружину на приклад. Зафиксируем ее в пазу. А теперь взведем. Стреляющая прищепка готова. Вот так она стреляет. Нажимаем на курок. Выстрел. Теперь зарядим ее спичками. Взвели пружину. Укладываем спичку. И наша боевая прищепка готова выстрелить. Спичку можно поджечь, соблюдая правила техники безопасности. Огонь! Летает с такой прищепки спичка очень даже далеко. Метров на 15. Всем пока!